И заметили, как полуторагодовалая дочь вышла на улицу. Полицейские нашли родителей ребенка, который бегал прямо по проезжей части и едва не попал под машину. Видео, которое появилось накануне в социальных сетях, вызвало возмущение пользователей. Судя по кадрам, маленький пешеход босиком бегал прямо по проезжей части. А трагедии удалось избежать лишь благодаря внимательности одного из водителей. Полиции установили, что инцидент произошел на улице Деповской и быстро вычислили нерадивых родителей. Мать девочки 98-го года рождения, у которой четверо детей, пояснила, что в тот момент находилась дома с семьей. Входная дверь в квартиру была не заперта. То, что дочь вышла на улицу, никто не заметил. Ребенок не пострадал, семья на учетах в полиции не состоит. Протокол у нас направляется на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, в данном случае Ленинского района. И уже комиссия будет решать, усматриваться здесь у нее правонарушение, и будет решать, нужна ли ей какая-либо межведомственная профработа.